тяжелый матч, как всегда, с «Магниткой» выходит. Как бы у них мастеровитая команда хорошая, там ошибки не прощают. Такие там, не знаю, два нелепых гола с моей стороны. Как бы, подвел команду, там, потом вытянули 3-3. Сложно сказать, такой матч туда-сюда, как бы, хорошая атмосфера. Предновогодние старались порадовать болельщиков. Получилось так, к сожалению. В первой половине матча перегорели или это что-то другое? Да сложно сказать, но возможно. Я не знаю, как объяснить, да, такие моменты случаются, как бы в играх. Ну, там, третий гол, ну, моя вина, что сказать. Презентован был сегодня новый медиакуб. А как смотрели на него, понравилось вообще? Ну, мы вон тренировки видели, да, думаю, болельщики оценили. Там, заметно лучше качество. Все для них, как бы, осталось играть, радовать их игрой. Все. Заканчивали год сначала, вот выездные матчи были, вот эта тяжелая игра с «Магниткой», может быть, где-то и физическое состояние подкашивало, нет? Да нет, физическое нормальное состояние, как бы нас подготовили перерыв, и по ходу сезона, как бы, ну, физическое состояние, не могу ничего сказать. Что скажете по мешкопаду, как он вам? Ну, это здорово, что такие акции проходят, поддерживают. Для детей, я так понимаю, это здорово, и должно быть везде. Только положительные эмоции. Ну и если можно, ваши поздравления для болельщиков. Поздравляю всех с наступающим. Приходите, болейте, мы будем стараться также биться. Будем честно стараться.